1898. Джим Вулф и коты. Это было еще в те давние времена, в 1848 или 1849 году, когда Джим Вулф появился у нас. Он был из глухого поселка в 30-40 милях от нашего городка и принес с собой всю кротость, мягкость и простоту, какие были ему даны от природы. Лет около 17, серьезный и худенький, честный, доверчивый, благородный, существо, достойное любви и привязанности, и невероятно застенчивое. С нами он прожил довольно долго, но так и не мог преодолеть этого своего недостатка. Он никогда не чувствовал себя свободно в присутствии женщин, будь это даже моя добрая и кроткая мать, а разговаривать с девушкой было для него совершенно невозможно. Как-то он сидел неподвижно, в комнате разговаривали дамы, и вдруг по ноге у него поползла оса и прибольно ужалила его 10 раз подряд. Он не подал и виду, только слегка морщился при каждом укусе. Да слеза навернулась на глаза от этой пытки. Он стеснялся даже пошевелиться. Вот с такими-то людьми и случаются самые неприятные истории. Как-то зимним вечером моя сестра позвала гостей тянуть леденцы. Я был слишком молод для того, чтобы меня приняли в компанию, а Джим слишком робок. Меня рано отослали спать, а Джим последовал за мной по собственному желанию. Его комната была в новой половине дома, окно выходило на крышу пристройки. На этой крыше лежало 6 дюймов снега, и снег был покрыт ледяной коркой, скользкой, как стекло. Над гребнем крыши торчала короткая труба, обычное прибежище котов в лунные ночи. А эта ночь была лунная. Ниже трубы, под застрехой, плети сухих лоз тянулись к столбикам, образуя уютный навес. И спустя час-другой целая толпа веселящейся молодежи собралась под ним, поставив блюдца жидкого с пылу горячего леденца на мерзлую почву, чтобы остудить. Слышались веселые шутки, подразнивание и смех. Взрыв за взрывом. Приблизительно в это время 2 старых, неважной репутации кота, взобрались на трубу и завели ожесточенную свару. Кто их знает из-за чего? Приблизительно в это же время я бросил всякие попытки уснуть и пошел навестить Джима. Он не спал и сердился на котов и на их невыносимые вопли. Я насмешливо спросил его, почему он не вылезет на крышу и не прогонит котов. Он был уязвлен. Я опрометчиво ответил, что возьмет, да и вылезет. Слова были неосторожные, и, вероятно, Джим пожалел о них раньше, чем они сорвались у него с языка. Но было уже слишком поздно, ему нельзя было отступиться. Я его знал. Я знал, что он скорее сломит шею, чем отступится, если я сумею его раздразнить. «Ну еще бы ты не вылез! Кто же сомневается?» Он рассердился и раздраженно выпалил. «Может быть, ты сомневаешься?» «Я? Ну нет, и не подумаю сомневаться. Ты же всегда проделываешь удивительные штуки. На словах, конечно». Тут уж он вышел из себя, кое-как напялил свои нитяные носки и стал поднимать окно, приговаривая дрожащим от злости голосом. «Ты думаешь, я побоюсь?» «Да, думаешь? Ну и думай, что хочешь. Мне наплевать, чтобы ты не думал. Вот я тебе покажу». Окно приводило его в ярость, никак не хотело подниматься. «Не беда, давай подержу», — сказал я. И правда, я бы сделал все, что угодно, лишь бы ему помочь. Я был всего-навсего мальчишка и радостно предвкушал события. Он осторожно вылез, цепляясь за подоконник,
пока не стал твердо на ноги. Потом пустился в опасный путь по обледенелому гребню на четвереньках. Одна нога и рука были по эту сторону крыши, а другая нога и рука — по ту. Воспоминание об этом доставляет мне и теперь такое же удовольствие, как тогда, а ведь это было лет 50 тому назад. Раздуваемая ветром короткая сорочка хлестала его по худым ляжкам. Хрустальная кровля сверкала, как полированный мрамор в ярком сиянии луны. Ничего не подозревавшие коты сидели, ощетинившись на трубе, настороженно следя друг за другом, виляя хвостами и изливаясь в жалобном вое. Джим подползал медленно и осторожно, сорочка хлопала, а веселая, шаловливая молодежь под навесом, ничего этого не видя, нарушала торжественность минуты своим шумным смехом. Каждый раз, как Джиму случалось поскользнуться, во мне оживали надежды, но он полз все дальше и не оправдывал их. Наконец он подобрался поближе к трубе, осторожно встал на ноги, не торопясь соразмерил расстояние, нацелился схватить ближайшего кота и промахнулся. Конечно, он потерял равновесие, он упал на спину, пятками вверх, со скоростью ракеты полетел с крыши ногами вперед, провалился сквозь плети сухой лозы и уселся прямо на 14 блюдечек с горячим леденцом, при всем обществе, да еще в том, в чем он был, тогда как этот паренек и одетый не смел взглянуть в глаза ни одной девушки. Поднялся переполох, целая буря криков, и Джим помчался по лестнице, усыпая свой путь черепками битой посуды. Тем инцидент и кончился. Но я-то еще с ним не покончил, хотя сам не подозревал этого. 18 или 20 годами позже я приехал в Нью-Йорк из Калифорнии, к тому времени потерпев неудачу во всех остальных моих начинаниях, и без заранее обдуманного намерения ввалился в литературу. Это было в начале 1867 года. Мне предложили за большие деньги написать что-нибудь для Сэнди Меркьюри, и я ответил рассказом «Джим Вулф и коты». Получил я также и деньги за него — $25. Мне, по-видимому, переплатили, но я ни слова не сказал на этот счет. В то время я был не так щепетилен, как теперь. Годом или двумя позже рассказ «Джим Вулф и коты» появился в одной теннисийской газете под маской, поскольку дело касалось правописания, он был замаскирован под южный диалект. Человек, присвоивший себе рассказ, был очень известен на Западе и пользовался большой популярностью, и, я думаю, по заслугам. Он написал несколько самых забавных рассказов из тех, какие мне пришлось читать, и отличался тем, что работал непринужденно и легко. Его имя не сохранилось у меня в памяти. Прошло несколько лет. Рассказ опять выплыл на поверхность и выплыл в первоначальном виде, подписанный моим именем. Вскоре после этого сначала одна газета, а потом и другая ожесточенно напали на меня за то, что я украл Джима Вулфа у теннессийского литератора. Меня осудили беспощадно, но я и ухом не повел. Все это в порядке вещей. Кроме того, задолго до этого случая я узнал, что неразумно отвечать на клевету и этим раздувать ее, если только вы не заинтересованы в том, чтобы на вас клеветали. Клевета редко может устоять против молчания. Но я еще не покончил с Джимом и котами. В 1873 году я выступал с публичными чтениями в Лондоне, в концертном зале на Ганновер-сквер, а жил в Лэнгэм-отеле на Портленд-плейс. По эту сторону океана у меня не было домашнего хозяйства, не было и официальных домочадцев, кроме Джорджа Долби, устроителя лекций, и Чарльза Уоррена Стоддарда, калифорнийского поэта,
а ныне профессора английской литературы в Вашингтонском католическом университете. Официально Стоддарт не был моим личным секретарем, а в действительности он был просто моим товарищем. Я нанимал его для компании. Как секретарю ему нечего было делать, кроме как ежедневно наклеивать в альбом вырезки из газет о громком процессе Тичборна, о лжесвидетельстве. Но он и из этого ухитрялся создавать грандиозную работу, потому что отчеты о процессе заполняли по 6 газетных столбцов каждый день, и он обычно откладывал расклейку до воскресенья. Тогда ему приходилось вырезывать и наклеивать 42 столбца. Поистине геркулесова работа. Он делал свое дело хорошо, но будь он постарше и послабей, оно убило бы его в первое же воскресенье. Несомненно, он и свои литературные лекции читает хорошо, но также несомненно, что он начинает готовиться к ним за четверть часа до своего появления на кафедре, и это придает им свежесть и блеск, которых они могли бы лишиться под иссушающим влиянием усиленных занятий. Он был интересным собеседником, когда не спал. Это был человек культурный, чуткий, обаятельный, мягкий, великодушный. Он был честен сам и не сомневался в честности ближнего, и думаю, что и в душе, и на словах это был самый чистый человек, какого я знал. Джордж Долби представлял собой полный контраст ему. Тем не менее, они не ссорились и отлично уживались друг с другом. Долби был крупный, румяный, полный жизни, сил и воодушевления, неутомимый и энергичный в разговоре, через край переполненный добродушием и брызжущий весельем. Задумчивый поэт и жизнерадостная горилла составляли избранный и вполне достаточный зверинец. Один нескромный анекдот повергал в отчаяние Стоддарда. Долби же рассказывал ему по 25 в день. Долби всегда провожал нас домой после лекции и до полуночи занимал Стоддарда разговорами. Меня тоже. После его ухода на сцену выступал я с разговорами, а Стоддард дремал на диване. Я нанял его для компании. Долби уже много лет устраивал концерты, спектакли, чтения Чарльза Диккенса, всякого рода выставки и аттракционы. Он успел узнать человека со всех сторон и не очень-то в него верил. Зато верил поэт. Несчастные и заблудшие находили в нем друга. Долби напрасно пытался убедить его в том, что он расточает свое милосердие не по адресу. Он так и не поддался убеждениям. Как-то во время лекции один молодой американец сумел добраться до Стоддарда в концертном зале и рассказал ему трогательную историю. Он сказал, что живет на левом берегу Темзы, и неизвестно по какой причине денежные переводы из дому не доходят до него. Денег у него нет, работу он потерял, друзей не имеет. Его юная жена и новорожденный младенец буквально голодают. Ради всего святого, не даст ли Стоддарт ему взаймы один суверен, пока он не начнет опять получать деньги из дому? Стоддарт был глубоко тронут и выдал ему суверен за мой счет. Долби издевался над ним, но Стоддарт твердо стоял на своем. После лекции каждый из них рассказал мне эту историю по-своему, и я поддержал Стоддарда. Долби сказал, что оба мы с ним переодетые бабы, да к тому же еще и полоумные бабы. На следующей неделе молодой человек явился снова. Жена у него заболела плевритом, у ребенка не то глисты, не то еще что-то. Я забыл название болезни. Все деньги ушли на доктора и на лекарства. Несчастная маленькая семья умирает голодной смертью. И если бы Стоддарт по доброте сердечной мог уделить ему еще один суверен, и так далее, и так далее. Стоддарт очень растрогался и уделил ему суверен из моих денег. Долби возмутился. Он не смолчал и обратился к посетителю. «Ну, молодой человек,
Вы пойдете с нами в гостиницу и изложите ваше дело третьему члену нашей семьи. Если вы не внушите ему доверия, то я больше не стану платить вам по чекам нашего поэта, потому что сам я вам не верю». Молодой человек охотно согласился. Я не нашел в нем ничего дурного. Напротив, я ему сразу поверил и пожелал уврачевать раны, нанесенные слишком откровенным недоверием Долби. И потому я сделал все, что только мог придумать, лишь бы он приободрился, почувствовал себя как дома и успокоился. Я рассказывал много всяких историй, между прочим, и Джим Вулф, и коты. Узнав, что он тоже понемножку занимается литературой, я пообещал, что попытаюсь найти ему сбыт по этой части. Его лицо радостно просияло, и он сказал, что если б я только мог продать для него маленькую рукопись в ежегодник Тома Гуда, то это было бы самым счастливым событием в его печальной жизни, и он всегда вспоминал бы меня с благодарностью. Для нас троих это был самый приятный вечер. Только Долби негодовал и иронизировал. Через неделю ребенок умер. Тем временем я успел переговорить с Томом Гудом и заручиться его сочувствием. Молодой человек послал ему свою рукопись, и в тот день, как умер ребенок, пришли деньги за рассказ — 3 гинеи. Молодой человек явился с жалкой полоской траурного крепа на рукаве. Благодарил меня и сказал, что эти деньги пришли как нельзя более вовремя, и его бедняжка-жена благодарна мне выше и всяких слов за оказанную мной услугу. Он заплакал, и, по правде сказать, Стоддарт и я заплакали вместе с ним, что было только естественно. И Долби тоже заплакал. По крайней мере, он утирал глаза, выжимал носовой платок, громко рыдал и вообще преувеличенно проявлял горе. Стоддарду и мне было стыдно за Долби, и мы постарались дать понять молодому человеку, что Долби не хотел его обидеть, это только манера у него такая. Молодой человек грустно ответил, что он не обижается, его горе слишком глубоко, чтобы он мог чувствовать что-нибудь другое. Он думает только о похоронах и непосильных расходах, которые... Мы его прервали и попросили не беспокоиться, а предоставить все это нам, счета же посылать мистеру Долби и... — Да, — сказал Долби с притворной дрожью в голосе, — посылайте их мне, я их оплачу. — Как, вы уходите? Вам нельзя идти одному в таком дурном состоянии. Мы с мистером Стоддардом вас проводим. Идем, Стоддарт, мы утешим убитую горем маму и возьмем на память локон младенческих волос. Это было возмутительно. Нам опять стало за него стыдно, мы так ему и сказали, но он и ухом не повел. «Знаю я эту породу», — сказал он. «Джунгли ими кишат. Я вот что предлагаю. Если он покажет мне свое семейство... Я ему дам 20 фунтов. Пошли!» Молодой человек сказал, что не желает оставаться тут для того, чтобы его оскорбляли, откланялся и схватился за шляпу. Но Долби сказал, что непременно пойдет с ним и не оставит его до тех пор, пока не найдет его семью. Стоддарт тоже пошел с ними для того, чтобы утешать молодого человека и усмирять Долби. Они переправились за реку, ездили по всему Саутворку, но так ничего и не нашли. В конце концов, молодой человек сознался, что никакой семьи у него нет. Рукопись, которую он продал в ежегодник Тома Гуда за 3 гинеи, была «Джим Вулф и коты». И моего имени он под ней не поставил. Так этот маленький рассказ был продан 3 раза. А теперь я снова продаю его. Это одна из самых доходных вещей, какие мне только доставались.